когда человек средних лет багровее шнурки наконец-то завяжет, из корточек встанет помедля и пойдет по делам, по каким позабыл от тоски вообще, и конкретной тоски, это зрелище не для слабонервных, а я эту муку люблю отдаю. Во дворах воробьев хороня, мы ее предвкушали, и, пожалуйста, старья бормочет, несчастлив и глуп. Вы читали мне переводки? Нет. Не читали и читать не намерены. Каждый и сам умудрен километрами шизофрении на страшном диване. Кто избавился валами от роковых шестерен? Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе. Раз в Тбилиси весной, в ореоле своем голубом, знаменитость покойная ныне кумир киноведов приложением к лагерным росказням вынес альбом фотографии кровосмесителей и людоедов. На пол выскользнул наискось с пыльных страниц позитив в полладони, окутанный в чудную дымку простодушия, что ли, сияние из-под ресниц. Мне здесь пять брякнул гений, мы отдали должное снимку. Как тебе наше сборище, а? Херувин на горшке. Люб тебе, пожилой извращенец, косеющий с первой. Это было похлеще истории о тухлой кишке и о взломе мохнатого сейфа. Опять-таки нервы. В свете вышеизложенного башковитый тростник, вряд ли ты озадачишь читателя своеобразием и премудростью книжную. Что же касается книг, человека в воде уподобили пролитый на землю во второй книге царств. Он умрет, как у них повелось. Воробьи, да, те самые, сядут знакомцу на плечи. Если жизнь дары в правду, о смысле не может быть речи. Разговор о великом авось. Переделкино есть перекресток. На закате июльского дня, незадолго до вечной разлуки, ты в Москву провожала меня, проводила и в спину глядела. Я и сам обернулся не раз, а когда я свернул к ресторану, ты, по счастью, исчезла из глаз. Приезжай, наконец, электричка, и уеду, была не была, Сан-Франциско. Марсель, я когда, чтобы жалость с ума не свела. Неудачник, поляк и истерик. Он проводит бессонную ночь, долго бреется, пялится в тельк и насилует школьницу. Ванны, зеркало и отражение. Бледный, длинный, трясущийся взяв, дамский бабкин на вооружение собирается делать пиф-паф. И осечка случается в ванной. А какое-то время спустя на артистку в Москву эта Анна приезжает учиться, дитя. Сердцеед желторотый, сжимаю в кулаке огнестрельный сюрприз. Это символ, я так понимаю, пять зарядов, блестительный мисс. А потом появляется Валя, через месяц, как Оля ушла. А с течением времени Галя, обронив 10 шпилек, пришла. Расплевался с единственной Людой и в кромешный шагнул коридор, громыхая пустою посудой, и ушел. И иду до сих пор. Много нервов и лунного света. Вздора юного, тошно мне, бес. Любо-дорого в зрелые лето злиться, пить, не любить поэтесс. Подбивает иной Мефистофель, озираясь на пройденный путь. С табурета наглядный картофель по-чапаевски властно смахнуть. Где, когда, из каких подворотен? На каком перекрестке любви сильным ветром задул страх Господен? Вон она, твоя шляпа, лови.
У кого это самое больше, как бишь там, опереточный пан, ангел, Аня, исчадие больше, веселит меня твой талисман. Я родился в год смерти Лолиты, и написано мне на роду раз в году воскрешать деловито наши шалости в адском саду. Тусклый огонь, шерстяные рейтузы, вечный страх, что без стука войду, так и есть, заявляет муза. Это старая блядь. Сложив старательный квадрат и приспособь, чтоб дверца эта не отворялась в лопат. Порхает в каменном колодце невзрачный городской снежок, темный. Но остается последний небольшой должок. Еще осталось человеку припомнить все, чего он не, дорогой, например, в аптеку в пульсирующей тишине. И стоя под аптечной коброй, взглянуть на ликование зла без зла. Не потому что добрый, а потому что жизнь прошла. Все громко тикает. Под спичечные марши, в одежде лечь поверх постельного белья. Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше и долговечнее тебя, душа моя. На кухне... Сейчас. Нет, забыл. Сначала попробую. Все громко тикает. Под спичечные марши. В одежде лечь поверх постельного белья. Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше и долговечнее тебя, душа моя. На стуле в пепельнице теплится окурок, и в зимнем сумраке мерцает два ключа. Вот это смерть и есть. Допрыгался придурок. Жертв, круговерть и твердь, мучений рифмача. Многая женщина тогда встает с постели, и через голову просторный балахон наденет медленно и обойдет без цели жилище праздное, где память о плохом или совсем плохом. Перед большой разлукой обычай требует ненадолго присесть, присядет и она, не проронив ни звука. Отцы, учители, вот это ад и есть. В прозрачной темноте пройдет до самой двери, с порога бросит взгляд на жалкую кровать, и пальцем странный сон на пыльном секретере запишет, уходя, но слов не разобрать. Как ангел, проклятый за сдержанность свою, как полдень в сентябре, ни холодно, ни жарко, таким я делаюсь, на том почти стою. И радость не рад, и жалость не жалко. Еще мерещится заката полоса, невыразимая, как и при жизни было. И двух тургеневских подпасков голоса, да не училище, удилище мудило. Еще, ах, Боже ты мой, тянет острие вечерний отсвет дня от гамака к сараю, вершка не дотяну, и ночь берет свое. Умру, полюбите, а то я вас не знаю. Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что. Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте. Но полот дом гостей, на вешалке пальто гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте. НН без лифчика, и с нею сноб юнец, пострел из Зальцбурга, и кто-то из Ростова, и птичка, и жучок, и травка, наконец. Такая трын-трава, и ничего другого.